Я ухожу от него, моя спина повернута к нему, и тут я чувствую ботинок. Он просто пнул меня в спину. Я смотрю ему в глаза, и я больше не вижу его. Это был не он. Он был черный. Никогда не была так напугана. Джонни достал пенис из своих трусов. Отдай мне мой парик. Прости, я не слышу тебя. Я чувствовал это давление. Это давление. И он постоянно бил меня. У нас был разговор, в котором мы обсуждали сюрприз, который она оставила в кровати босса. И когда вы говорите о сюрпризе в кровати босса, что вы имеете в виду? Дефекацию. Он продолжал пить и в конце концов начал прямо выть, как животное. Вырубился на стуле средь бела дня. Еще раз, я не вырубился. Это очень специфический термин. Заснул. Можно так сказать? Ебашься на площадке, ебашься с ебаным ебучим Джеймсом Франко. Вы слышали это? Я не помню. Да ты по-любому скользила там своим языком и тебе нравилось. Нет. Вы слышали, как он делал отсылки на ду Эмбер и о том, что протестуем отсутствие оснований, харассмент? Вы слышали что-то подобное? Нет, я вообще такое не припоминаю. Джонни! Вы можете прочитать для присяжных этот текст? Вы хотите, чтобы я это прочел? Да, пожалуйста. Пожалуйста, мистер Роттенборн. Та самая скользкая шлюха, на которую я недавно кончил, все еще здесь? 12 июля 2017. Возражаю! Возражаю! У меня есть сообщение для Эмбер Хёрд. Эмбер, я просто хотел... Ой! Я думал, ты хочешь меня ударить! Да, я просто шучу. Но почему ты спала с Илоном Маском? Охотник за облаками? Эмбер никогда не была жестокой. Откуда тебе знать? Потому что ты феминист! Джонни сделал свыше 90 фильмов! А ты... Грёбаный Аквамен!